20 августа 2017 года. Сижу в ресторане «Рис» в центре города Сочи. Это вид из окна, прямо вот рядышком. Здесь вот такая вот красота. Вот эти вот деревья, пальмы и так далее. Вот, вот я показываю панораму. Это вот окружение. Вот здесь вот внутри, вот видите, течет. Это вот такой типа вот фонтанчик, вода льет. Вот. В принципе, достаточно комфортно. Вот это официант. В принципе, цены здесь демократичные, не очень дорогие. Вот это вот все обстановка этого бара. Заказала себе по традиции, что-то так захотелось такого местного, домашнего. Заказала манты из баранины. И вот сейчас сижу в ожидании их. Тут мы заказали вино, пиво безалкогольное. И сейчас ждем горячее. Вот так вот сегодня проходит обед.